говорит в динамике ситуации в республике, потому что мы были в 2011 году, были в 2013 году, вот сейчас 2015 год. Мы видим, что вот на протяжении этих 4 лет число детей в детских домах почти в 2 раза уменьшилось. Хотя при этом население республики растет, число детей увеличивается, рождаемость растет. Я очень приветствую вашу амбициозную цель к столетию республики. Значит, больше миллиона, чтобы было население. Вчера всех призвал к этому. Все должны потрудиться, безусловно. Но надо понимать, что у нас женщины же в основном в этом участвуют и голосуют. Они голосуют прежде всего. Одобряют они нашу политику, верят они в светлое будущее или нет. Поэтому я думаю, что задача с этой справимся обязательно вместе.